отдача на Кейка. И это 2 плюс 1. Кейк сейчас будет благодарить. Швед из-за дуги, швед с отскоком от щита забивает 3 очка. 5:38, Даллас Мур, не глядя на Давидоваца, это атака на чувстве. И еще раз 3-очковая атака в исполнении игроков ЦСКА. Снова со средней бросает Алексей Швед на подборе и убегает. Какую передачу на Каспера Уэйра он отдает, а Уэйр... Кейкок издали не бросает, швед на заброс. А вот отсюда Кейкок бросает. Бросает еще как, забивает свет.